Даже не верится, что мы и правда отправились в экспедицию разыскивать родину моих предков. С тех пор, как я рассказала Ларе историю Пимика, она всерьез занялась ее поиском. Я всегда считала, что все это только легенда. Хотя моя бабушка рассказывала это, будто делилась воспоминаниями. Много тысяч лет назад островом Яматай правила императрица Пимика. Не нравится. Поднимайся на холм! Ищи большие ворота! У Лары кризис самооценки. Что ж, значит, ради нее мне... Могли бы предупредить о волках, доктор. Два совершенно разных стиля. Ворота явно... Это великолепно. Я видела такие. Да? Похоже, ритуальные. Эта женская фигура особенно интересна. Кажется, это сделали недавно. И, несомненно, островитяне. Судя по всему, они тоже потерпели крушение и выжили. Замечательно. Да, надеюсь, мы не станем убийцами, как они. Попробуй справиться с другим. Здесь нет рукоятки. Вместе. Черт! Нет, так не выйдет. Нужно найти что-то покрепче. Может, тут что-нибудь найдется? Невероятно. Изображение солнца. Так, этого хватит. Солнцепоклонники. Посмотрим, что тут можно сделать. Возможно.
Ну, Лара, попробуем. Давайте, доктор. Ты готова? Это женская фигура на воротах. С учетом возраста символов, это может быть императрица Солнца. Пимика? Уж не Сэмми ли вещает вашими устами, доктор? Ну, Пимика обладала властью. По легенде сверхъестественной, властью над стихиями. Бывает, женщина обладает такой властью, что за это ее называют ведьмой. Ничем нельзя пренебрегать. Даже тем, что кажется иррациональным, нам предстоит узнать о нашем мире еще очень многое. Вы говорите, как мой отец. Из всего этого выйдет отличный сюжет, Лара. Если только мы сможем выжить. Невероятно. Это Пимико! Смотрите. Котел, свечи. Неужели ей до сих пор поклоняются? Этот остров когда-то был частью Яматая. Ты была права, Лара. Затерянная империя. Это как найти Атлантиду. Но это реальность, доктор Уитман. Перед нами не легенда. Перед нами золотая жила. Эй, идем. Там ваши раненые. Да, и, возможно, ими. Стоять! Им нельзя верить. У вас же оружие. Я не хочу неприятностей. Нет. Мы пойдем. Нет. Но я требую отвезти нас к вашему главному. Что вы делаете? Спокойно. Нет. Я разберусь. Нет. Нет. Не надо. Пусти. Не спорь. Не спорь с ними, Лара. Делай, что они говорят. Дай мне пистолет. Иди. Пошла. Кто вы такие? Что вам Тихо! Нужно? Тихо! Лара! Начну подпухать, мочи их! Не трогайте их! Тихо! Не надо! Я сказал, а ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Не трогай их! Не смей! Лара, беги! Нет! Нет! Окружите! Окружите! Только попробуй рыпнуться. Почти их! Эй, приведите пленницу! Уже иду! Вон она! Черт! Уже иду! Если эти не захотят сидеть тихо, вали все! Кто там? Ее сердце убежало! Поищи ее! Там! Вон еще! О, боже! Придется почти всех перебить. Плохо. Нам сейчас не хватает людей. Эй, девчонка пропала! Ладно. Выходи, выходи. Кто видит? Ничего. Здесь тихо. Поднимаемся выше. А, вон она! Черт! Видишь?
Ничего. Здесь чисто. Поднимаемся выше в гору. Что, думаешь, спрячешься, кукла? Решила со мной поиграть? От меня не уйдешь. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех всегда нахожу. Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех тебя нахожу. Ты тоже бойкая сучка. Слава! Я тебя убью! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех тебя нахожу. Ты тоже бойкая сучка. Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех тебя нахожу. Ты тоже бойкая сучка. Еще одна! Взять ее! Вперед! Она мертва? Не знаю! Давай! Выходи оттуда! Бежать некуда! Пусто! Не подходи ко мне! Убить ее! Убить ее! Убить ее! Убить ее!
в порядке? Лара, ты на связи? Да. Я вижу дым из развалин. Ты в порядке? Боже, Рот, это кошмар. Тут убивают. Что? Кто? Люди. Не знаю, зачем. Нескольких я сама убила. У меня не было выбора. Это всегда нелегко. Пугает, что как раз было легко. Предупреди остальных, Рот. Не думай сейчас об этом. Сделай все, чтобы добраться до меня, Лара. Хорошо. Какая-то коробка. Кто же оставил их здесь? Ночной кошмар прекращается, когда просыпаешься. Но от этого острова нельзя избавиться, как от дурного сна. Это все реально. Я действительно нахожусь здесь и делаю все эти вещи. Нет, не думай об этом, Лара. Не сейчас. Это не поможет. Мне неизвестна судьба остального экипажа. Надеюсь, они в порядке. июля 82-го. Новости с западного побережья. Похоже, небольшая группа скрылась в южном. Нужна бомба!
нас, когда на эту скалу выбросил это кровь. Я справлюсь. Не выберемся с острова. Но тебе нужны бинты, морфии, антисептик. Все в рюкзаке. Черт. Да уж. Помоги мне. Идем. О, нет. 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 Ах, только не это, пожалуйста. Так. Сейчас. Рюкзак где-то там. Руины периода Камакура. Это тоже была часть Яматая.
Похоже, вещь американского морпеха. Только рюкзак. И все. Вот он. Так. Теперь нужно вернуться к Руду.
Неплохо. Где такая юная леди могла этому научиться? Мне приходилось постоять за себя. Волк ничто против разбитой бутылки. А, он у тебя? Прекрасно. Итак, я полагаю, наш план доставить его на радиовышку? Да, так мы сможем послать сильный сигнал во всех направлениях. Послушай, Лара, нам нужно послать сигнал бедствия, а я не скоро встану на ноги. Да, я боялась, что ты это скажешь. Ты справишься, Лара. В конце концов, ты же Крофт. Боюсь, я не та Крофт. Именно та. Но пока этого не знаешь. Понадеемся, что я быстро учусь. Прошу, береги себя, Лара. Thank you.
еще идем по следу. Хорошо. Я собираюсь послать сигнал бедствия со старой радиовышки. Что скажешь? Лара, тебе нужно найти радиопульт. Это такая штука. Выглядит как куча старых переключателей. Поняла. Как найду, сообщу. Пожалуйста! Не надо, не надо! Бегите, не опуска! Нет, нет! Нет! Плохое предчувствие. Говорю тебе, Рейс, все дело в механике, а не в электрике. Давай уже, Алекс. Проблема однозначно где-то в электрике. Ах, вот как. Ух ты.